Привет всем моим подписчикам, всем моим друзьям, всем пользователям YouTube, которые смотрят мой канал. Наконец-то пришло время подводить итоги конкурса Travalo. Так что сейчас мы с вами выберем наших 4 победителей. Итак, у нас получилось, сейчас скажу сколько. Видно вам, не видно? Видно, не видно? В общем, 2604 комментария. У нас получилось 2604 комментария, следовательно, у нас 261 страница. Так, что мы будем делать? Мы с вами, как обычно, заходим на сайт Random.org. Ну, в общем-то, ничего нового, все знают, как это происходит, что это такое. Вот, единственное, что мы с вами будем делать, мы как бы будем... Сначала определим страницы, сначала определим комментарии. Вот, я это все сюда запишу. И дальше мы с вами уже будем лазить по страничкам, потому что лазить по страничкам и отыскивать комментарии — это всегда очень-очень долго. Ну, так что не будем больше болтать, начинаем выбирать наших победителей. Итак, девчоночки, сейчас еще раз расскажу, как мы что будем делать. Значит, мы заходим на сайт Random.org. И что я сделаю сначала? Сначала я выберу 4 страницы по счету. То есть сначала мы выбираем 4 странички, на которых будут находиться наши победители. Итак, у нас 261 страница, как я уже сказала. Вот, так что начинаем выбирать нашего первого победителя. И я буду сразу, сейчас вам даже покажу, сразу буду записывать, кто у нас где. Итак, значит, первый победитель. Нажимаем мы с вами клавишу «Сгенерировать». Итак, первый победитель у нас находится на странице 54. Продолжаем дальше. Второй победитель у нас находится на странице 243. Итак, третий победитель у нас находится на странице 8. О, отлично! Так, и последний, четвертый победитель у нас находится на страничке 116. Итак, теперь мы с вами будем выбирать номер комментария на странице. У нас на странице всегда 10 комментариев, поэтому, в общем, начинаем делать все то же самое. Сейчас первое число, которое у нас появится, это будет номер комментария, ну, вот первого победителя, который находится у нас на страничке 54. Итак, 1.10. Генерируем. Так, номер комментария по счету. Второй. Напоминаю, как у всех, как обычно, комментарии второй сверху, да, по счету. Так, второй наш победитель, который находится на странице 243, там у нас будет 10-й комментарий. Итак, победитель, который у нас находится на 8-й странице, это будет 3-й комментарий по счету. И 4-й наш победитель, который находится на 116-й странице, он у нас будет под номер его комментария номер 7. Итак, самую такую легкую, интересную работу мы сделали. Теперь приступаем к тяжелой, но не менее интересной, а даже более интересной. Это именно выбор победителя на страничках. Теперь будем узнавать, кто же у нас выиграл наши Travalo. Так, я разложила наших победителей, сейчас покажу, просто по номерам страниц, чтобы по порядку щелкать, да, то есть сначала у нас будет 8-я страница, 54-я, потом 116-я и 243-я. Так что сейчас мы с вами приступаем к тому, что ищем победителя на 8-й страничке. Итак, 8-я страничка, и у нас там 3-й комментарий сверху. Смотрим. 3-й комментарий сверху. 1, 2, 3. Итак, это девушка с ником Zelera147. Поздравляем ее. Так, наш следующий победитель находится на страничке 54. Мы ее уже открыли. Страница 54. И у нас второй комментарий сверху. Итак, второй комментарий сверху. Это девушка с ником Марго Эльс95. Ей мы сейчас тоже напишем. Наш следующий победитель находится на 116 странице. И у нас 7-й комментарий сверху. Итак, вот у нас наша 116 страница.
И теперь важно посчитать нам комментарии. Так, это 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Итак, это девушка с ником. О, люблю Никоко. Как приятно. Оленька 8101. Я тебя поздравляю. Так, и наш последний победитель находится на страничке 243, номер комментария 10, самый последний. Итак, вот она, наша 243-я страничка, и вот наша победительница Мария Алифер. Мы с вами закончили конкурс, выбрали 4 победительниц, и в скором времени отправятся им вот эти вот атомайзеры Травала к ним домой. Обязательно сейчас напишу этим девчонкам сообщение, вот, и буду ждать их адресов, и обязательно им отправим подарки. Большое всем спасибо за участие, что проявили такую огромную активность, мне было очень приятно, здорово для вас устраивать конкурсы. Отдельно хочу сказать тем девчонкам, которые в очередной раз меня не послушали, те девочки, которых я просила под этим видео оставлять только комментарии, относящиеся к конкурсу, которые являются заявкой на участие. Меня опять не послушали, опять мы написали, почему конкурс только для РФ, а я живу здесь, а мне 15 лет, а на самом деле мне 12. И вот этот вот прочий бред, я не знаю уже, как с этим бороться. Наверное, с этим должны были бороться ваши родители, ваше воспитание, ваше восприятие действительности какой-то. Но если уж этого нет, то нет. Вот, это такая небольшая доза негатива. Теперь большая доза позитива. В чем состоит? Она состоит в том, что у компании Травала есть официальная страничка на Фейсбуке. На Фейсбуке. Вот. И там каждый день проходит конкурс с призами-атомайзерами от Травала. Так что, если вы не выиграли в этом конкурсе, или если вы выиграли в этом конкурсе и хотите получить еще призы от фирмы Травала, то заходите на Facebook, ознакомьтесь с условиями конкурса. Там, я так понимаю, задают какой-нибудь каждый день какой-нибудь вопрос, вы отвечаете, и тот, кто ответит первый, или тот, у кого будет самый какой-то эпический, поэтический комментарий, организаторы выбирают его и тоже рассылают подарки. Так что такие замечательные штучки, в которые я безумно влюблена, пользуюсь ими каждый день, потому что это очень-очень удобно. Большое вам спасибо за участие. Скоро будет новый конкурс. Объявлю о нем прям вот буквально. Так что будет у вас возможность еще раз потестировать свою удачу. Всем спасибо, всех люблю. Всем пока!